Совете муфтиев России считают необходимым делать все, чтобы в стране сохранялся межнациональный мир. Об этом заявил сегодня председатель Совета Равиль Гайнутдин. События, которые произошли на Манежной площади, они не беспочвенны. Видимо, в нашем обществе есть силы, которые давно готовили свой акт для того, чтобы создать в нашей многонациональной, многорелигиозной стране хаос межнациональной розни и межнациональной вражды. И тем самым они хотят постепенно развалить наше единое Отечество. Мы прекрасно понимаем, Россия, она многонациональна и многорелигиозна. Именно в этом ее величие. И к нам приезжают изучать опыт мирного существования религий, мирного сосуществования разных народов в нашем государстве. И мы всегда с гордостью говорили, Россия, она является единым домом многих народов и национальностей, которые проживают в нашем Отечестве. Мы, мусульмане, живя в окружении представителей разных религий, могли многие столетия строить добрые взаимоотношения, сотрудничество, взаимопроникновение наших культур. И сегодня те люди, которые создают межнациональную вражду и сеют межрелигиозный, межнациональный рознь, они способствуют развалу единой нашей страны. Я призываю и властей, я призываю и моих коллег по другим религиям стараться сохранять мир и спокойствие, призвать всех членов нашего общества, чтобы они способствовали сохранению мира и стабильности в нашем государстве. А я обращаюсь к моим единоверцам, братьям, мусульманам, особенно молодежи, хочу их призвать, чтобы они не поддавались тем провокациям, которым их провоцируют, и у которых есть очень серьезные планы по созданию хаоса в стране и по развалу единой нашей страны.